И тема сегодняшнего видео — гормонозаместительная терапия тестостероном. Многих мужчин волнует этот вопрос: какую же дозировочку принимать тебе, сколько ставить тестостерона ципионата, сколько ставить тестостерона энантата, сколько ставить тестостерона пропионата. Про эти фирмы поговорим. Тестостерон энантат, тестостерон ципионат, тестостерон пропионат и, конечно же, дозировка тестостерона на гормонозаместительной терапии. Да, мы будем говорить не про курсы анаболических стероидов, а гормонозаместительной терапии, ГЗТ, для вашего здоровья. Совмещать длинный эфир, а для этого мы возьмем тестостерон ципионат, ведь он один из длинных, он длиннее тестостерона энантата на 1-2 дня. Поэтому мы возьмем ципионат и добавим к нему пропионат. Почему? Такой вот компотик мне больше всего нравится, я вам поясню. За это попрошу вас поставить лайки. Ставят тестостерон ципионат или тестостерон энантат, он у вас поднимается медленно, да? И пик его достигает энантата на третий день, ципионата четвертый, пятый день. У вас достигает пика, да? Вначале так медленно, да? Медленно, вы особо ничего не чувствуете. Я стал ставить не только один длинный эфир, я добавляю к ципионату, да, ципионату. Я ставлю его вместе с пропионатом. 125 миллиграмм тестостерона ципионата и 50 миллиграмм тестостерона пропионата. Все это мешаю в одном шприце. У меня получается полкубика ципионата, полкубика пропионата. В итоге один кубик, я его ставлю раз в неделю. Если вы будете так ставить, то у вас сразу, вы будете себя чувствовать с первого дня очень хорошо, да? Потому что почему цепионат или энантат, он постепенно, очень медленно повышается, да? На третий день вы на коне на белом, да? Вы Наполеон на третий день, только на третий день. Или на если цепионат, это даже может быть четвертый или пятый день. А ставя пропионат он сразу включается. У него в течение суток он достигает пика. Да? И держится еще 2-3 дня пропионат. Да? То есть вы не теряете вот эти 3 дня, вы не ждете эти 3 дня, пока у вас повысится ципионат или энантат. У вас уже получается. В общем, мы делаем такой небольшой сустанон. Да? Сустанон он только состоит из 4 эфиров, а мы в нашем миксе сделаем 2 эфира. Да, короткий эфир, который сразу в первые часы уже будет повышать вам тестостерон, вам будет уже с первых дней пруха. Пруха будет у вас уже с первого дня. Привет всем из Германии. Доктор Фишер приветствует вас на своем канале. Канал о спорте, бодибилдинге, фитнесе. Говорим о мужском здоровье. Также не забываем и женщин. Если ты еще не подписался, подписывайся. Видео выходит регулярно на Ютубе и ТикТоке. Пока-пока.